Обновить спортивные объекты в республике и построить новые. Чтобы обсудить эти перспективы, в Чувашию с рабочим визитом приехал заместитель руководителя дирекции программы по развитию физической культуры и спорта Минспорта России Сергей Ващук. На встрече с председателем Кабинета министров Республики Иваном Моториным речь шла о создании в Чебоксарах регионального центра по хоккею при кадетском корпусе имени Кочетова. Средства на него выделят в том числе и из федерального бюджета. И сейчас у нас с вами большой объект, это ледовый, который будут финансировать федеральный бюджет и бюджет республики. Вот ледовый комплекс. Его стоимость на сегодняшний день 260 миллионов по экспертизе. Значит, сейчас мы провели совещание в министерстве, договорились, что на следующей неделе техническое совещание будем проводить у нас в дирекции в Москве. Потому что пересмотрим смету. Новый объект должен стать тренировочной базой для воспитанников Республиканской школы Олимпийского резерва номер 4 по хоккею.